думал, тебе настал конец. Держи меня. Меня зовут Джон Синамони. Я здесь... Я не знаю, кто ты и откуда ты знаешь парня с радио, но он наша единственная связь с внешним миром. Мы начинаем терять чертов сигнал. Скоро придет муссон. Короче так. Всем нужно эвакуироваться на главную спасательную станцию. Там есть скорая помощь, нужное снаряжение и более мощная рация с антенной. Мне неудобно, но без тебя нам не справиться. Ты поможешь? Конечно. Хорошо. Сначала нам понадобится карта допуска, чтобы пройти за ворота. Моя лежит в моей комнате, я забыл взять ее с собой. Это в 11-м бунгало у бассейна. Возьми оружие и будь осторожен. Если у тебя иммунитет, это не значит, что ты бессмертен. Тебе не лезть! Ну разве ж меня послушают?
Моя жена! Мой отец! Ну чего вам от меня надо? У меня не было выбора! Готовы к очередной вылазке? Надо, чтобы вы нашли спасательную станцию и выяснили, как там дела. Сможете?
Я попытаюсь. Идите по берегу. Идите по берегу, это кратчайший путь. Мы подойдем сразу, как узнаем, что там безопасно. Там должна быть рация. Подайте нам сигнал, и мы сразу выдвинемся. Это конец света. Какого хрена я остался тут с Синамоем? Надо было послушать Мэгги и валить с Джеймсом и остальными. Наверное, они уже выбрались с острова. Но может их еще можно отыскать? Если вы где-нибудь увидите Мэгги и остальных, можете сказать мне, где их искать? Думаю, что могу подсобить. Спасибо. Я буду ждать здесь. Ха, да и то. А куда же я отсюда денусь? Это было в книге.
будем. Следите за дорогой. Сюда. Этой малышке нужны новые свечи, иначе она никуда не поедет. А жаль, это же не машина, а чистый ад. Эту крошку не удержит даже батальон этих уродов. Так, если сможешь достать мне пару нужных деталей с разбившихся машин в округе, и мы сможем заставить ее заработать, ты сможешь брать эту тачку в любой момент, когда заблагорассудится. Договорились? Думаю, что смогу. Слыхал, это болезнь из космоса. Короче, инопланетная зараза. Кто-нибудь? Привет, помнишь меня? Я врач, но без медикаментов. Отлично. Спасибо, дружище. Теперь моя очередь. Говорю тебе, Келли беспокоится из-за своего мужа Уилла. Но я думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Раз уж вы оказались поблизости, вы не могли бы найти его? Угу, без проблем. Его зовут Уильям. Он около 180 сантиметров ростом. Темные волосы, не уродина. Он консьерж. У него есть друг по имени Дойл. Он работает в бунгало бриллиантового квартала. Может быть, он прячется у него? Надо было идти с Джеймсом. Я выбежала в такой спешке, что оставила в отеле свое ожерелье. Оно в 6-м бунгало Серебряного сектора. Мне подарил его муж. И оно много для меня значит. Я предлагаю вам награду за него. Вы мне поможете? Можешь положиться на меня. Спасибо. Пожалуйста, будьте осторожны. Синди не вижу. Какой ужас. Здесь ничего нет. Вообще ничего. Надо придумать что-то еще. Ты мне в этом поможешь? Найди любую машину скорой помощи. Там должна быть сумка врача-спасателя. А в ней все, что нам может понадобиться. Кажется, я видел машину у алмазных бунгало. Несомненно.
Если бы не ты, мы давно бы уже гнили в земле. Стали бы ходячими трупами. Доминик, эта сраная антенна не добивает за остров. Нужен усилитель сигнала, чтобы прорваться через помехи. Я работал с антенной на соседском маяке. Наверняка там должен быть и усилитель. Мы против этих тварей минуты не выстоим, но ты достанешь его нам? Я попытаюсь. Отлично, достань его и скорей тащи сюда. Трупы начинают протухать. Чувствуете запах? Нужно сжечь их, прежде чем они начнут привлекать этих тварей. Сделайте мне одолжение. Попробуйте принести немного бензина с автозаправки неподалеку. Думаю, что могу подсобить. Ладно, хорошо. Попробуйте найти машину. Тогда вы сможете привезти больше бензина. Это просто мечта. Можешь брать тачку, когда захочешь.
Голова кружится и тошнит, и сердце вот-вот выскочит. Если вы принесете мне воды, я вам все отдам. Думаю, что смогу помочь. Ох, спасибо вам. Спасибо. Хоть немного воды. Слава Богу, спасибо вам. 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 Без воды я долго... Здесь безопасно. Меня зовут Энни. Я ищу своего Мишку. Я не могу без него заснуть. Я очень устала. А эти чудища стучат и стучат. Ты найдешь моего Мишку? Я попытаюсь. Последний раз я его видела в нашем бунгало. 15-й номер, я там жила с сестрой, Джинни. Его зовут Мишка, не забудьте. Скажите ему, что вас послала Энни, и он тогда пойдет с вами. Он очень смелый Мишка. Нашли воду.
Когда мы оставили Синамой, ты был... Да. В любом случае, поговори с Джеймсом. Наверное, он будет рад и удивлен снова видеть тебя. Иди за мной. Я отведу тебя к Джеймсу. Он очень обрадуется, что ты жив. Куда же я дел эту Джеймс, наверное, захочет поговорить с тобой. Джеймс находится на вершине маяка. Иди к нему. Стивен меня ищет. Как бы мне хотелось, чтобы он был с нами. Я за него переживаю. Ты не мог бы... Ты сможешь ему это передать, если его увидишь, что я скучаю по нему и хотела бы быть рядом с ним. Ничего себе! Ты жив! Невероятно, мать твою! Синамой был прав! Как тебе выжить-то после того? Я выбежал к месту встречи со своим информатором. Странно. Здесь подозрительно тихо, и место выглядит... Куда? С ним все в порядке. Так, дверь приоткрыта. Господи, боже, повсюду кровь. Но тел не видно, мистер Анома. Отсюда.
Oh!
Мы уж и не знали, увидим ли вас снова. Вы это сделали! Невероятно! Мы очень благодарны вам за все. Может, я найду что-то полезное? Thank you.
Спасибо. Этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи в кучу свалил. Пора приступать. Херовый отпуск, да? Но я помогу вам. Вам нужно оружие, и я вам его сделаю. С кирпичами и бейсбольными битами далеко не уедешь. Поджигайте их! Они отлично горят. Сделайте себе несколько коктейлей Молотова. И сможете сжигать этих говнюков толпами. Сделаю все, что смогу. Хорошо. Мне понадобятся пустые бутылки из-под виски. Или водки. Или еще чего. Наверняка их тут можно найти. Хорошо. Мне понадобится... Знаете, есть куда более удобный способ расправляться с этими тварями. Thank you.
Подойдите-ка сюда на секунду. Слушайте, есть один высокий омбре, который должен мне денег. Мучу Динеро. Но свалился от этой чертовой инфекции и, походу, вовсе не собирается возвращать мне долг. Я думаю, все его деньги в бунгало. Но мне нужен ключ. Вряд ли он еще нужен этому несчастному Ихотепута. Если принесешь мне ключ, мы поделим деньги. Договорились? Разве я могу отказать? Хорошо. Слушай, мимо него не пройдешь. Очень высокий. Я уверен, что видел его в баре. Возвращайся, когда найдешь ключ!